Нормально любит Димаша. Гений, уважаемые слушатели, оставляйте комментарии на канале. С первого раза, когда я слушал его пение, я поверил, что это был Бог, который любил его есть музыку. Не будет преувеличением сказать, что он гений. Я всегда получал сладкое удовольствие от благословения не только из-за его высокого и красивого, но и из-за его гениальной сексуальности и неполноценности. Молодой, точно так же, у Димаши есть такой гений, который не может быть живым и сексуальным. В конце концов, он выиграл так много наград. Он получил международное признание и выглядит так хорошо. Длинный рост Димаш. Этот тип человека, созданного Тайсу, просто громкое благословение певца. Но Димаша не то же самое, что объем. Он может интегрироваться в эту социальную ситуацию и не живет в своем маленьком пространстве, поэтому Димаша может оценить и даже потрогать то, что мы видим, и его музыку, даже если язык не оправданный или мы не до конца понимаем профессиональные ограничения. Мы прикоснемся к его чувствительному уму и душе через музыку. Выслушав помощь грустного человека, я почувствовал, что мое настроение долго не могло успокоиться, и иногда я был так взволнован, когда находился в депрессии. В голосе этого гениального мужчины мечты должно быть какое-то волшебство, похожее на тьму, и после его прослушивания мое сердце было выкопано. Он пел оперу 2, и его было легко вернуть, хотя он не соответствовал эмоциям, выраженным в оригинальной песне. Многие зрители говорили, что это великолепный навык, но на самом деле он не намерен просить музыкального продюсера попросить его выбрать такую песню и поднять ключ. Несомненно, диапазон Димаша даже шире, чем у Витаса. Песня очень полная и его собственный гений. Характер маленького принца очень личный. Я слушал эту песню более 10 раз. Это благословение Димаша. Я не думаю, что есть на что смотреть. Это очень нормально любить Димаша. В конце концов, этот слишком привлекателен. Но, будучи поверхностно подкованным внутренним фанатом, я все еще надеюсь, что все те, кто любит Димаш, не хотят. Он делал чрезмерные замечания и благоразумно относится ко всему, что с ним связано. Ему нравится защищать его и поддерживать, чтобы он мог развиваться и расти лучше. И голос ангела Димахи вертелся в моей голове. Музыка – это его жизнь. Он не забудет, как бы далеко он ни шел. Культура продвижения своей нации останется серьезной, независимо от того, как высоко он стоит. Скажи, все, что у меня есть, для тебя. Если вы хотите подвести итог его в одном предложении, это должно быть крутое безумие на сцене и милый маленький в аудитории. Если тебе нравится его песня, концерт запомнит, ты не пожалеешь, послушав его сцену. Нажмите на колокольчик.